Любовью во время пьяных гонок решил заняться пьяный водитель Hyundai Solaris и его пассажирка на Октябрьском проспекте. Итог таких опасных страстей – ДТП с пострадавшими и 3 битых иномарки. Причем в одной из машин дежурили по городу активисты ночного патруля. Подробности похотливой поездки в нашем следующем сюжете. 3 разбитых автомобиля, 2 пострадавших и перспектива оказаться без прав и сесть в тюрьму. После такого пьяный виновник аварии Леонид явно нервничал и захотел покурить. Вам нельзя выходить, водитель. Надо выходить, надо выходить. Я просто не надо. Ну ты дел натворил. Она хоть живой остался, никто не убил. Вечер начинался с пьянки в гараже. Водитель Hyundai и его приятель и подруга решили выпить и прямо там втроем заняться плотскими утехами. Что сейчас, в салон уехать, что ли? Хоть куда. Хоть куда? Ну точно, не в машине, не в гараже. Ты на двоих, да? Че двоих? Ну, муж и с Леней. По очереди. Я за любую движуху. Подруга Дарья попросила приятелей вызвать такси, но водитель решил ехать на своем авто. Я тебе говорю, давай вызовем такси. Мы сейчас будем бухать. Не, бухать. Чё? Кусать? Слюна и покусаю. Слюна да и ремень на шею дену. Чё надо, то и сделаю. Дарья будто чувствовала беду и просила водителя не лихачить и пристегнуться. Так, сюда почти ехали, мы аккуратно и пристегнемся. Пристегнись, пожалуйста. Вскоре машина, судя по всему, наехала на сугроб. Остановись. 60 километров в час. Леонид предупредил подругу, что на этом он не остановится. Сейчас поедем по Октябрьскому, мы кокупсу дадим. Кокупсу? Молодой человек просил девушку его ни в чем не упрекать и предложил интим прямо во время движения. Давай, соси. Все, поехали. Неадекватное вождение на красный, пьяное состояние и отвлекающая пассажирка, по всей видимости, стали причиной серьезного ДТП. Внимание! Впереди камера контроля скорости. Как выяснилось, лихач протаранил Хонду активистов ночного патруля и Шевроле таксиста. Камера случайных очевидцев зафиксировала аварию с другого ракурса. Сразу после удара гонщик попытался скрыться с места аварии, однако его задержали общественники. Скрылся, Солярис уехал! Да. Водителя посадили в патрульный автомобиль, а его пассажирка Дарья стала искать попутку. Я попросила, чтобы меня довезли, и это выровнял. И давай что-то на красный ехать. Я от испуга выбежала из машины, и меня спрашивают, почему я выбежала из машины. Вы почему без курточки? Потому что я живу на линии. Совсем рядом, да? Тем временем в патрульном авто водитель с кем-то эмоционально разговаривал по телефону, вероятно, с женой. Что, Вадим, Настя, когда подойдешь-то? Настя, ты сколько? Подойди быстрее, пожалуйста. На место аварии вскоре подошел родственник Леонида. Как он у вас? Часто ездит так? Он вообще никогда не ездит. С семьей С семьей поругался, да? Инспекторам предстояло замерить ДТП, оформить несколько нарушений водителя и провести экспертизу на алкоголь. Давай, выдыхай. Еще. Все. 1,05 миллиграммов на литр в выдыхаемом воздухе. Установлен состояние алкогольного опьянения. В итоге отдых с другом и подругой может закончиться отдыхом в спецприемнике. Это за скрытие с места аварии. Также наверняка Леонид на 1,5 года распрощается со своими правами и заплатит штраф за пьяное вождение. Сергей Пичугин, место происшествия.